Быстро уверены, про ритм мы уже говорили, это для меня супер движок. Недождливый грунт-при. Для максимальной пользы лучше всего сочетать этот высококалорийный продукт с низкокалорийными овощами. Чем, скорее всего, первый сигнет Там где-то ко второму уже может высохнуть. Несколько кругов. По крайней мере, не на твои любимые, что ли? По крайней мере, промежуточные, не дождевые. Но дождевых толщин не проблема. Ну я говорю, твои любимые дождевые. Терпеть не могу. Нет. Только не бросайте меня, пожалуйста. Я только сейчас в ложке. Ставьте на паузу. Это не дело. Ставьте на паузу расходы и бизнеса. Вы не будете счет на бизнес бесплатно на 6 месяцев и 15% на остаток по счету. Щебашин не поворачивает 130. Как мама Сергея Лазарева научилась жить в Украине.
Этот iPhone пришел. Держак, смотрись. Миллион. О, сейчас какой-то хороший круг еду. Надежная
А сейчас я чувствую, тут надо дать до конца, чтобы на каждый круг все быстрее. Или посыхает, или что. Да, не прогладим. Послушайте, давайте мы с вами не будем волноваться, Виктор Владимирович. Вы лучше скажите, что за мужчина интересовался Кукушкиным? Он разговаривал с менеджером. А вот сколько это было? Понял, спасибо большое. Не волнуйтесь, Виктор Владимирович, спасибо, что позвонили. Я знал, что есть кто-то помогает. Да, пока 8. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. Yes. Марса 25, он напротив стороны Марса. Отлично. Добрый вечер, Данил Борисович. Right, come in at the end of this lap. Мне бы тоже получить несколько камер, материальчик посмотреть за сегодня. С 19.45 до 20.10. Маркса 10 и Маркса 25. Спасибо большое. Я человечка вам пришлю с флешкой. Он скопирует. До свидания. Что? Пора нам с тобой познакомиться. Давай. Коля обещал заключить документы уже перевести с квартиры. Спасибо. Оставь ключи. Ага. Если на змейках выключить ЕРС, быстрее как-то проезжается. Или может действительно трасса лучше? Получше, только я ЕРС выключил, даже все равно этот тайминг зеленый не идет. Правда, я этот круг показать не смогу. Я потому что широко сильно проехал. В последней шикане. Поэтому... сразу на два круга сняли мне результаты. А в боксы за новыми промежуточными. Владимир Сергеевич. Занят? Не занят? Владимир Сергеевич, я думал, что вы передовых взглядов поддерживаете все новые. Нет, я в курсе, какая сейчас политическая ситуация, но при чем тут это? Да там ничего такого. Это Виктор Ру и моя рэп-опера. Ну, потому что это популярный жанр среди... Okay, some quick lap times are now being posted. It's getting faster out there. Вы же сами на собрании сказали, что нужны новые формы. Ну вы помните, как у меня там... Сейчас. Где? Ботас. И Джоу первый, второй, все остальные на ноу тайм. Ну, я тоже включил на телефон, так, глазом. Our best lap so far is a 1:37.8. Да, вот сейчас выезжать, пока паники нету. All set. Everyone clear? Car to track. Нет, ну если вопрос так стоит, то я понимаю, да. Да. Тут явно опять сидит без дела. Всего доброго. Или опять машина сломалась. Я понимаю, не везет ему. Валить надо. Вообще на тест, как вам сказать, не ездил. Я написал, неплохие стихи. Чего вы там, продюсера не найдете? Не найду. Там никому ничего. Нахрен не надо,
только одеваются подороже и держат прах. Слушай, вот он паскуда. У него дочка в Англии учится, жена из Майами не вылезает, а он тут батареть не желает. Я пойду. Подожди, куда ты пойдешь? Нормально. Настроение испортилось. Которых я топлю, он в машине стоит, ресурсы двигателя не израсходует. Ну так вот, сколько? А что ты хотел? Оплатил сам. Может, на следующий день. Сейчас ее возглавляют императора. Тебе говорит, что нет, чего? Нет, ни о чем не говорит. До этого компания руководила ее мать Светлана. Много тратила на благотворительность, основав фонд «Солнечный остров». Они помогают многодетным семьям и детским домам. Да, и что это нам дает? Я не знаю. И вот сейчас возглавляет Алексей Иванович Горохов. Здесь меня всегда нравится, как он решает сайт, и вы работаете. Ну, я попробовал без ерса змейки проехать. Что-то золотой флаг. Да, через друзей удалось пробить. В общем так, значит, человек, который занимался коронами, в принципе, существует. Имя, адрес, все абсолютно. И еще. Кукушкина лежала и умерла в городской больнице Ипатово. То есть там только на такой момент даже не есть. И Бог с Европы, но... Я не знаю. Либо пустая, либо там. А кто-то другой похоронит. В любом случае, в позиции должны быть 5 справ, из которой свидетель вообще не подойдет. Я все даже докажу. Ты знаешь, что ты такой хороший. Съездить. Нет, Сереж. Тем более, что чего-то не попыталось. Ну так. Почему? Это дом бой, это путь бой. На зло врагам придет мессия. Да, будет бой, да, будет бой. Снова и снова. Мой отчетчик. Свой отчетчик. Черт. Я не могу. Нет, просто хотел узнать, как там Настя.
Скидывать скидывать начали. Незначительно. Что-то я уже занятно начал. Мне 10. 15. Я обязательно, это ж какой. Эти господа проводят вас к штурму. Первое пройдет. Мои слова вам ясны. Яснее и ясно. Идем, пошли. Он сказал, не прослали. Так, где-то они, что это самое. Че вы поругались? Не давал заниматься. Все, микрофон выключил. Ну, ударил он его. Ну, Игорь, что типа Сашку ударил, очки там повредил. Да. Ten minutes left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Мясо высохнет под конец. Даже угадать на момент. Когда на старых пряностях. Да, я тоже выйду, только на старых.
вообще в мобильник могу магазинку засунуть. Для мобильника это ребенок. Вот это правильно. Меня он там пропускает так неосторожно. Из-за этого желтый фон. А то они встали, сейчас их проб перед тобой было. Вот. Так же у меня вот в Италии что-то было. Что-то неудачно, блин, пропустил. Как смачно я в Science влетел. Хорошо, еще что-то страшно. Еще процессы связаны с связанные с помещением процесса огня. Мы получили внутри частичное гражданство, если у нас может быть отличники. Вот деньги для артиста не так важны, как справедливость. Произошедшая 18 лет назад, но сегодня... Пошла топить, говорит, приду в баню. Ничего, со мной пойдешь? Не тут будешь. Ну, как поговорим. Потом порезать запись. Через сутки обидчики отпустили музыканта, но переживания артиста чувствуются до сих пор. Несмотря на тот роковой день, Авраам заметно нервничает, словно вновь возвращается в те моменты. Состояние было сотрясение. Два миллиона человек, полмиллиона Румыния, по Молдавию приехали 350 тысяч украинцев. И только 7 украинских беженцев, как пишут газеты, оказались в США. Путин обещал всех принимать дословно с распростертыми объятиями. Не таким теплым. Американцы не упростили для украинцев правила въезда в страну. Саинцу дали 5 мешков. Где были пойманы, штраф? И Саинцу дали штраф. За то, что я в него влетел. В огромных событиях последних 7 дней. В вестях недели с Дмитрием Киселевым смотрите в воскресенье в 20 часов. Car repairs have set us back a little. На выходе получается... А там этот вирус, как мне компьютерщики сказали. Через 5 минут дождь кончится.
Манто. Бокс-бокс. Но пока еще разница между шинами не сокращается. Я там на старых промежуточных. Okay, I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. Looks like the weather is going to dry up in about 5 minutes. Our best lap so far is a 1:37.8. We're 15th in the speed trap, 299.9 kilometers per hour. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Нориса мешал все это время. Рассел говорит о том, что до сих пор еще не чувствует уверенности в машине, и сильно у него избыточная, точнее недостаточная поворачивание. Страдай. В этих медленных поворотах недостаточно. Да, я видел, когда онборд показывает раньше, если ты на газу даже едешь. Ну этот первый, то второй поворот, ну второго как раз поворота, они сейчас это газ опускают чуть-чуть, чтобы повернуть. Вот это я заметил. Что-то на промежутках. Нюхать. Не, например, там до сих пор еще, когда выезжал, разница между шинами не сокращалась, чтобы не успеть выскочить. Феррари вылетел. Леклер. Спасибо.
Ты можешь успеть на второй круг, это нет. Легко-то выбивает. При этом только гасли на быстром круге был. Мне еще дальше с лучшим не ушел, вот она вторая. В Дагнере вылетел. Просто провал. Электрические подводные лодки 641 проекта выпускались вплоть до 1982 года, постоянно модернизируясь. В то же время во всем мире совершенствовались... По крайней мере, все равно все будут выжить. Пауки советское командование по этим параметрам... Ты не делаешь, что это минус. Что все могут выбрать шумы. Началась разработка проекта 877 «Палтус». Хорошо, что предчувствовал сохранить промежуточный. Этой цели было подчинено все. Главный конструктор проекта Юрий Кормилецин смог создать особую форму корпуса. Чем-то она напоминает дирижабль. Как показали математические расчеты, это позволяет снизить шумность. Тем более, если корпус имеет гидроакустическое покрытие. Главным новшеством проекта 877 стала силовая установка. Лодка движется только с помощью электричества. От дизельного двигателя решили отказаться, заменить его дизель-генераторами, работающими в надводном положении или под РДП. Мотор мощностью в 5500 лошадиных сил обеспечивает хорошую скорость под водой. До 19 Управляемый
We have 2 laps of fuel remaining. Учитывая многочисленные подводные аварии прошлых лет, системы безопасности в Варшавянке были значительно усовершенствованы. You've dropped to P10. You're on the 5th row of the grid. Блин, а не надо? Они все стоят, пропускают. Ты висел в этом 0.5, кроме Гуанчжоу.
5 minutes of the session remain. 46,000 убийц. Плохо ходят там. Нифига себе, даже тогда Джоу 40 с лишним. Рядышком. That was an exciting race from our perspective. Let's have yours. Are you happy with where you'll be on the grid tomorrow? After the regulation changes were announced, was it all hands on deck for next year's season? Great. Well, that's everything. Да, как идет разработка и подготовка к следующему сезону? Да замечательно, мы же ничего не разрабатывали в этом году. Мы сразу же, мы просто сразу с начала этого года переключились на следующий. .22 у меня с Рекьером соперничество. Так, в мою пользу на 2 балла. Сейчас приду. Welcome to one of this year's most challenging races, where the combination of high speed and complex corners makes this one of the drivers' favorite tracks. It's time for the Japanese Grand Prix. A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles, and it's the only time during the season that we race on a figure of eight racetrack. The drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. And keep an eye out for overtakes going into the final chicane.
Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position with Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Tsunoda, Lewis Hamilton, and Norris, Joe, the Professor, Alexander, and Daniel Ricciardo, Sainz, Vettel, Fernando Alonso, and Russell, Gasly, Giovinazzi, Esteban Ocon, and Mick Schumacher, Stroll, and Christian Lundgaard. Which of these talented drivers will come out on top today? Нашел время, что трек был этой терзы. Я уже думал, что он хоть квадратного поддержит, не даст ему хоть побольше очков отыграть. Теперь старт. Нравится. DRS is being enabled this lap. You can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Если мы с
is 2.4 seconds. Сейчас каждый из вас входит в центр и танцует свою любимую смерть. Что, желающих нет? В тот раз я за ним не держался, но сейчас я еще чуть-чуть отстаю. Тянем уж на тактике двух пит-стопов. Ну, посмотрим. Мечтай круга через 3 должно будет заехать. Может на один пит-стоп, не знаю. Не, я думаю, на один раз другой тактики даже к нам не предлагали. Old. The time last lap was a 1 minute 30.1. You're losing around 7/10 a lap. Это из-за чего? Парень, Эдрик. Ну, без повреждения, вот, до стены не дошел. А теперь дошел. Теперь задел траву и понесся вперед без тормозов. Еще один рестарт. Я не знаю. Рассел 5 секунд. Что я увидел? А ты чего тактику меняешь? Меня выбили. Появился пискарик и резко кто-то прям сзади прилетел.
Видимо, раз сам штраф прилетел. Что ты делаешь? В отличие от некоторых, я могу спокойно смотреть, как наша дочь вылечит. Ну что, шины еще были грязные, меня там начало опять после Дагнера крутить. Ну, думай, я либо еду, либо нет. Или стать чемпионом на Red Bull. Сложнее. Аж сзади ударили. Повреждение заднего крыла. Можно им гонять, то они меня обогнали. Читерить. Они же читерили. Это я тоже. Козел. Да, заново. Что тут? Какой-то цирк начинается. Заново? Да, я вижу, у тебя там такие. Что там происходит? Всех обгоняешь? Разрешено. Или поедешь? Еду я. Да я цирк начинаю. Я как-то Джоу обошел. И при этом не дали запрещенное. Если вы, конечно, против. Я не против.
Я думаю, что вы усилите его, дорогая. А теперь, друзья, всех в зал. Да, вообще машина не едет. Страдаю за то, что у меня заднее крыло повреждено. Из-за этого он... Ложки. Вообще настоящие проблемы.
скажете, или могу с вами танцевать, или могу танцевать? Очень хорошо. Я могу уничтожить, или могу свою партию танцевать с Катей, а не с Горшковым. Ну, хорошо. Я подумал. Ярда заезжает, он со старта еще был наведен. Ну ты знаешь почему, на таких позициях сейчас. Где? Ну, то что ты свернул. Я обошел Сайнца, и сейчас ты опять свернул, я уже Феттеля обошел. Сейчас на износенных шинах мне теперь нормально ехать. Все впереди тебя тоже на таком же софте, как и на тебе. Мы же первые 12 на, все, на одинаковом софте. 13 место Ферстаппен первый, кто на медиуме. Не до 17-го. Я тоже с ними же заеду. Феттель атакует. Понятно, нет. Шикарно, худше был. Лунгард сейчас на тебя работает. Пусть работает. Сейчас 11-й сдерживает такой на Ферстаппена. Ферстаппен виртуальный лидер. А, они все на медиум. Мог бы дальше продолжить. Все, там все свернули, так что Ферстаппен будет рядом с тобой. Сайнс и диджей, не останавливайся, мы с тобой. Так Сайнс-то более активен. Потому что мы тему.
проснулся. Никто не хочет сдаваться. Может их вынесут на пидстопе? Диджей обошел Сайенса на пидстопе. Ну, Сайенса после вашего контакта чуть-чуть повредил на крову. Но он его не менял. Она могла сказать все, что она хотела. Наверное, всех... Рикьярдо будет там всех сдерживать, он единственный среди вас на хард. А я точно знаю, что это. По крайней мере, полидировал, но той трассе, которая мне не подходит. Пальцы поразмяли. Дайте быстрее. Я сказал быстрее, а не твои 9. Это было близко. Сейчас сохранились относительно диджея с Сайенсом позиции. Дальше группа из трех машин, которую Джовинаци возглавляет. У него ничего не сломано, просто какой-то медленный. Где он? Справа, еще справа. Где он? Еще в базе. Это впервые, блин, так. Да он, блин, тоже хотел бы попробовать обойти, видимо. Потом передумал. Так, ну если не говорит чек МФ, значит нормально все.
мне не хватат. Мне эффективности не хватат. Феттеля позади тоже какие-то проблемы, он начинает сдерживать всех позади себя. Давай, у тебя, в принципе, шестое место реально. Реально. Я Норрису не приближаюсь. Потому что тебя вот этот чувак сдерживает. Так я и к нему приблизиться не могу, я же говорю, мне ДРС эффективности не дает сейчас. На заднее крыло уже повреждено. Я открыл крыло и думал, что что-то есть. Ну, по крайней мере, держишься с ног с ним. Есть. Что-то он испугался. Это тебе повезло, что он не стал просто как танк, ты ехал по линии. Напугал. Ну, следующий Норрис с Рикьярдо. Могут не будут. Не приближайся к ним. Что под тормозами? Что-то мне это напоминает. Догадался, да? На подбеге? Нет.
Не знаю, на что напоминает. Один из сезонов в лиге тоже в Японии на Форс Индию. Только на месте 19 я был. Вот и я там же. Только я уже все. Я тебя заговорил, да? Да. А, точнее, что-то опять под кнопку попал. Это я там же улетел. Ровно в том же месте. А, забыли, не понял. If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Ну, только вместо 19 я был тогда, и ты в том же месте все время упирался. Я напрямую вроде пройду, а ты потом обратно не будешь. До тех пор, пока я потом не вылетел в семейку. От упорства. Не знаю как. В дождь нормально ездил здесь, по суху. На дождь то было приятнее, чем по суху. А, Унгар тоже. А, и Унгар тоже. Ну, получается, вперед сошел. Не знаю, как тут ездить вообще. Bad luck today. That must be incredibly disappointing. This race has cost you first place in the championship. Do you think you have what it takes to get it back? Мне нравится эти ответы. Вы потеряли лидерство. Способны еще его вернуть. Разумеется, даже как-то до этого выбился в лидеры, верно? It's been quite an eventful championship, hasn't it? The regulation changes for next season have been announced. How is your team going to cope with the transition? Appreciate your time. Терпеть, потерпеть, потом все придет в норму. Ну что-то мне пока говорит, что этот сезон тоже мимо меня пройдет. Нет, чё, блин, просто красоты. Мне не очень.